Старая машина Kia Carens, 1.8 16 клапанный мотор, 2002 года рождения. Значит, вот такой вот блок бошевский. А наша задача — убрать иммобилайзер. То есть у него сгорел иммобилайзер, и машина не заводится. Пробовали не подкидывать другой иммобилайзер, прописывать и так далее, и так далее, но так и не смогли завести эту машину. А все данные, вся информация хранится вот здесь, в этой флешке. 29F040. Ее будем выпаивать, программировать, запаивать назад и пробовать запустить на столе. А что происходит сейчас? Пробуем запустить на столе. Включилось главное реле, это бензонасос. Запускаем программу. Все, один раз мигнула форсунка. Бензонасос работает, ни форсунки, ни катушки не работают. Блок находится под защитой иммобилайзера. Блок подключали на столе вот по этой схеме. Kia Carens. Отпаивать нужно очень аккуратно. Потихоньку ее поднимаем. Аккуратно, никуда не торопимся. Подготавливаем площадку для последующей пайки. Убираем лишний припой с дорожек. Для пайки корпуса PLCC лучше не оставлять полого на дорожках. И чистим микросхему ацетончиком, чтобы контакты блестели, чтобы чтение было правильно в программаторе. Вот так оно должно выглядеть. Вставляем микросхему в программатор по направлению. Вот мы ее вставили. У нас выбрана микросхема AMD AM29F040, такая она у нас и есть. Давайте ее будем читать. Так, микросхема прочитана. Запоминаем контрольную сумму микросхемы 323B. Сохраняем наш файл. Carens. Итак, мы запрограммировали флеш, сделали ее без иммобилайзера. Вот запаяли. Пользовались AutoProc SE от ROM Service для программирования микросхемы. Испытаем на столе с помощью имитатора сигналов. Прошивка залита ИМОВ. Итак, включаем зажигание. Включаем наш имитатор. 60 минус 2. И поехали.